Всем привет! Сегодня я хочу показать вам шикарный вид из окна и балкона с моей квартиры в Анталии. Сейчас мы находимся на балкончике. Вот так выглядит наш балкон. Это второй этаж. Постройка дома современная, европейская. Под домом растут пальмочки, зеленая травка, всевозможные деревья, и вот наша прекрасная гора. Это мой питомец. Он тоже любит греться на солнышке, на балконе. Пальмочки всегда радуют глаз. Часто отдыхаем на балконе, пьем чай, кушаем. И просто приятно проводим время. У нас полдня солнечная сторона. Квартира очень светлая, очень солнечная. Рядом соседние сите, соседние дома. Постройки всевозможные. И европейские, турецкие. И также этажность домов. Напротив тоже очень красивый дом. Вокруг пальмы, через дорогу. Вот наш двор. Здесь машины, велосипеды, игровая площадка. Это соседняя сите. Вид очень радует глаз, очень приятный. Зеленая травка, которая постоянно поливается, цветы. Двор очень ухоженный. С другой стороны дома бассейн. Зеленая травка круглый год у нас. Вот это вид уже из окна детской комнаты. Выходит на эту же сторону. На соседние сите. Травка регулярно поливается. Круглый год полив и круглый год зеленая трава. Здесь вот за домом находится городской пляж, наше прекрасное любимое Средиземное море с лазурным берегом и кристально чистой водой. От дома 10 минут ходьбы до этого городского пляжа. Для меня это замечательное место с прекрасным климатом, свежайшим воздухом, которое постоянно радует глаз и поднимает настроение. Вот растут гранаты, которые уже поспели, переспели. Ну, никто их не срывает. Здесь гранаты можно купить за копейки на рынке. Большие, огромные, спелые, крупные. В каждом сите есть свои фруктовые деревья, лимоны, мандарины. Это наша гора и мечеть. Вечером мы наблюдаем вот такую красоту. И несколько раз в день слушаем азан. Призыв мусульман к молитве.
потрясающее ощущение слышать. Такая красота не может не радовать. Чистейший горный воздух, средиземноморский климат и теплое море круглый год.